Сложно сказать, но готовы, да. Процесс идет, обучение, да. Если мы в прошлом сезоне, для нас это было сложно реагировать на происходящее на поле, от того, как складывается игра, мы должны уметь, футболисты должны уметь сами на поле реагировать на эти ситуации. Я думаю, что конкретно к этому не готовились, но постепенно умеем уже в этом сезоне, да, играть по того, как складывается игра. Конечно, мы хотели бы больше мяч контролировать, больше голевых ситуаций создавать за счет комбинирования, да, взаимодействия игроков. Но, опять же, есть соперник, очень хороший, качественный, очень умный подход тренерского штаба. И нас лишили этих сторон. И, соответственно, мы реагировали только на то, что происходит на поле. Нет, принципиально точно не было. Пропускаем, наверное, даже не думал, честно говоря, об этом, что мы 10 матчей пропускали. Стремление забить, да, выйти с поля хотя бы с одним мячом забитым, но не только не в 0-0 играть. Наверное, из-за этого так складывается, что мы пропускаем, может быть, в каждой игре. Сегодня нет, сегодня просто профессиональную работу выполнили все. И на этой почве я хочу сказать слова благодарности. Вы знаете, многие забывают уже потихоньку о трудностях наших, о том, как мы добираемся, да, все про это забывают, но на самом деле мы теряем день восстановления. Вы знаете, наши сложные переезды, нам приходится по 6-7 часов ехать до Минвод, потом по 5-6 часов лететь. Это очень сложно, особенно для женского футбола, поверьте, это поясница, спина, это есть такая проблема на самом деле. И вот поэтому на этом профессиональной работе наших игроков эту победу, наверное, от лица всей команды хочу посвятить нашему персоналу, медицинскому, тех людей, которые кормят нас там, где мы базируемся, и водителей, конечно, которые очень качественно и профессионально свою работу делают.